То есть буксировка хозяина — это для него обычное дело, да? Да, да, да. То есть мы вот так вот ходим писать на выставку. Одеваем поводок и понеслись. Ага. Так, ну примерно понятно. Хвалим. Хорошо. Угу. Хвалим. Хорошо, вряжем. Так все сожрет. Ну, пускай, и домой вернемся, еще нарежем. Лакомства много не бывает. Хвалим. Хорошо, не даем только натягивать ему поводок. А зачем мы так часто хвалим? Потому что он не умеет ходить на поводке, нам надо положительное подкрепление движению на провисшем поводке. Поэтому мы часто хвалим. Контрастный метод. Натягивает поводок, получает дискомфорт. Расслабляет поводок, получает похвалу и еду. И он сделал правильный выбор. Хвалим. Хорошо, рядом. Он далеко не дурак. Ну, естественно. Все, пускай гуляет свободно туда. По моему сигналу. Кличка и команда на подзыв. Пока стоим. Идите туда чуть дальше. Ага. Ничего, подбираем поводок. Идем дальше. Иди, гуляй. Подзываем. Арчи, ко мне. Сидеть. Хорошо, похвала. Хорошо. Загуливаем, гуляй. Гуляй.